Бог напомнит вам, что вы уже не Симон. Не нужно возвращаться к прежней жизни. Вы Петр, вы камень, вы прибежище, вы столб, вы крепость, вы сила во имя Иисуса Христа. Некоторые из вас забыли, что говорит о вас Бог. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Какое чудесное утро! Мы рады вас видеть, зрители ТБН, Одного Евангелия, трансляции в Фейсбуке, на Ютубе, на нашем сайте и радио. Наслаждайтесь этим временем с Богом. Хвала тебе, наш Отец, во имя Иисуса Христа. Away.
Слава Тебе за Твой славный день, Царь царей, Господь Господ, Отец всех сирот. Аллилуйя. Превозносим Тебя, Иисус. Нет подобного Тебе, Небесный Отец. Благодарим Тебя сегодня, что Ты Отец всех сирот. Если сегодня вам нужно о чем-то помолиться, наши пасторы ждут ваших сообщений. Свяжитесь с нами, мы продолжаем поклоняться во имя Иисуса. We are desperately waiting for life.
Поднимите руки и взывайте к Богу, исцели нашу землю. Исцели нашу землю, исцели нашу землю. Исцели, Господь, мы взываем к Тебе. С севера до юга, с востока до запада, излей свой дух на нашу землю, Отец.
Мы верим, что Бог принесет пробуждение в Южную Африку. Молитесь там, где вы находитесь. Излей Дух Свой на своих сыновей и дочерей, на каждого мужчину, женщину и ребенка в Южной Африке. Там, где вы есть, воздайте Господу славу за мощное движение Духа Святого по всей Южной Африке во имя Иисуса. Мы верим, что Бог избавит нас от насилия над женщинами и детьми в Южной Африке. Библия говорит не воинством и не силою, но Духом Моим. Мы верим, что Бог даст большое пробуждение, которое преобразит все слои общества Южной Африки во имя Иисуса Христа. Итак, добро пожаловать, сотни тысяч наших дорогих телезрителей и радиослушателей на каналах ТБН, Одно Евангелие, Facebook, YouTube и онлайн-церковь. Сегодня День Отца, поэтому я тепло приветствую каждого отца, каждого мужчину, каждого дедушку. Отцы, дедушки, прадедушки, знайте, что вы очень драгоценны для Бога. Он любит вас, где бы вы ни находились, на своей ферме или на встрече с друзьями. Бог любит вас. Пришло наше время подняться в Южной Африке. Сегодня у меня особенное слово для мужчин. Если ваш отец не смотрит эту программу вместе с вами, то позовите его и пригласите посмотреть программу вместе. Скажите, эти 30 минут могут изменить твою жизнь. Прямо сейчас пригласите кого-нибудь посмотреть ТБН, Одно Евангелие, зайти в одну из соцсетей и послушать Слово Божие. В Южной Африке много боли. В нашем мире много боли. В той же мере, насколько я верю в том, нам нужно изменить жизнь женщин. Я знаю и понимаю, если мужчины в этот час не поднимутся, никакой реформы не будет. Обнимите своего отца. Если вы еще не писали ему сегодня, отправьте сообщение «Я люблю тебя» во имя Иисуса. Итак, садитесь, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Я приветствую всех братьев. Сегодня я поговорю на очень важную и нужную сегодня в нашем мире тему. Мое послание называется «Праведность возвышает народ». Праведность возвышает народ. Кто из вас знает, что Южную Африку нужно поднимать, как и мир в целом? Давайте прочитаем притчи 14 главу с 31 стиха. В новом переводе сказано «Будешь ли ты хулить Творца?» Именно это ты делаешь, когда угнетаешь немощного. Проявление доброты к бедным равноценно почтению к своему Творцу. Злых сокрушает множество бедствий, но любящие Бога хранят твердую надежду даже во времена смерти. Мудрость смягчает сердце понимающего, но в сердце глупого накапливается только глупость. Нация возвышается праведностью своих людей, а грех навлекает на землю бесчестие. Скажите сейчас там, где вы есть. Это наше время. Это время Африки. Это мое время во имя Господа Иисуса. В синодальном переводе сказано так. «Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов». В живой Библии сказано, праведность возвышает народ, но грех — это бесчестие для любого народа. В расширенном переводе говорится «праведность», моральная и духовная целостность и добродетельный характер возвышает народ, а грех — это бесчестие для любого народа. Я хочу, чтобы сегодня все мужчины слушали очень внимательно, потому что мы будем говорить о праведных мужчинах, мужчинах, которые воплощают свое призвание и справляются с трудностями, чтобы в Африку пришли стабильные перемены. Аминь. Нам нужно устранить расизм, сексизм, насилие над женщинами и детьми в нашей стране.
Скажите «Аминь» на это. О, слава Богу! В переводе послания сказано: «Преданность Богу делает страну сильной. Избегая Бога, народ становится слабым». Преданность Богу делает страну сильной. Избегая Бога, народ становится слабым. Я говорил это на многих встречах с представителями власти. Я благодарен Богу за все, что хочет сделать правительство. Я много говорю о нынешнем поколении в Южной Африке, особенно о молодежи. Очевидно, что сейчас молодежь в состоянии кризиса. В Америке есть статистика. Подростки, выросшие в семье без отца, в 5 раз чаще оказываются в тюрьме и в 4 раза чаще подвержены наркозависимости. Когда мы, как христианские лидеры, говорим с нашим правительством, мы ясно доносим мысль, что без Бога никакого устойчивого результата реформ не будет. Попытки проводить реформы в народе без Иисуса Христа схожи с попыткой переставить мебель в горящем доме. Это просто невозможно, потому что Господь работает с разумом людей. Бог работает с их сердцами. Он говорит: «Я заберу у вас сердца каменные и дам вам сердца плотины». Сегодня в мире много трагедий. Не люблю плохие новости, но мне печально знать, что на окраине Притории ребенку нанесли 14 ударов ножом, а затем проломили голову камнем. Это ненормально. Слышите? Ненормально. Или видеть, что красивой женщине на 8-м месяце беременности нанесли удар в грудь и повесили на дереве. Это ненормально. Ненормально. Видеть насилие над женщинами и детьми в нашей стране. Женщины в Южной Африке, опасаясь за свою жизнь, боятся просто выйти за порог своего дома и куда-то пойти. Брат мой, человек Божий, брат мой, знай, это неправильно. Нам нужно это изменить. Изменить то, что происходит в Южной Африке. Нам нужно вернуть праведность в нашу страну. Нам нужно вернуть Бога в нашу страну. Нам нужно вернуть Бога в школы, потому что многие проблемы идут оттуда. Мы будем говорить об этом с министром образования и различными комитетами в Южной Африке. Мы обсуждали эти вопросы и говорили, пока сердца людей не изменятся изнутри, никакие законы не устранят аморальность в нашей стране. Потому что праведность значит быть морально правым. Невозможно быть морально правым, если ваше сердце не изменилось. Реформ без Бога быть не может. Я вижу верой тысячи мужчин на балконе и там, где вы есть. Кто из вас верит, что пришло время, чтобы праведные мужчины занимали должности в правительстве, служении, бизнесе? Нам нужны праведные мужчины и женщины во власти. Скажите «Аминь». Аллилуйя. Законы не смогут изменить общество. Нам нужен Бог. Нам как никогда нужна церковь. Нам как никогда нужно пробуждение. Нам как никогда нужно дыхание Бога над Южной Африкой. Иначе сегодня пройдет марш протеста, а на завтра все вернется, как было. Что означает слово «возвышает»? Это означает, что праведность поднимает, возносит и двигает народ вперед. Грех в любой форме разрушает, уничтожает, опускает народ. Любители коррупции, грех опускает эту страну. Надеюсь, вы согласны с этим. Грех опускает эту страну. Люди, движимые жадностью, завистью, расизмом, люди, в которых нет любви к уязвимым членам общества, тянут страну вниз. Библия говорит: праведность возвышает народ, продвигает, поднимает, созидает народ. Нам нужны праведники в Южной Африке. Самое время сказать «Аминь», если вы за справедливость. Праведность — это доброта, искренность, добродетель и прямота во всех сферах жизни. Это означает поступать правильно. Праведность заступится за тех, у кого нет голоса. Я сказала молодому активисту в нашем офисе: «Нельзя заступаться за одного человека. Тебе нужно заступаться за всех. За всех, кто страдает.
заступиться за девушку, подвергшуюся насилию, за фермера, который пострадал, восставать против любой социальной несправедливости во имя Иисуса. Аминь. Быть праведником значит поднимать бедных и немощных. Мы только что прочитали. Если вы добры к бедным, вы служите Богу. Праведные не угнетают бедных. Праведные платят достойную зарплату. Праведные устраивают все как можно лучше во имя Иисуса. Праведник проявляет доброту к бедным, дарит надежду тем, кто ее потерял, защищает женщин и детей. Если отворачиваться, мы станем частью этого греха. Если мы увидим, что в доме соседей происходит насилие, но ничего не предпримем, мы станем соучастниками этого греха. Если мы допускаем какие-то вещи или практики в нашем обществе и не обращаем внимания, мы не поступаем как праведники. Скажу больше. Люди знают о многих событиях, почти ставших нормой в определенном обществе, где женщин ни во что не ставят и никто ничего не говорит. Не обращают внимания. Многие из тех, кто должен этому помешать, смотрят в другую сторону. Пришло время, чтобы мужчины стали праведниками. Им нужно встать, подняться, жить, любить, идти вперед, славить Бога, признать, что есть Творец, что над вами есть Бог, есть величайшая сила. Однажды вы умрете и предстанете перед Богом, своим Творцом, и дадите отчет за всю свою жизнь. Я знаю одно. Земля на могилах одного уровня. Когда мы умрем, мы все сравняемся. Неважно, кто вы. Президент или нищий, миллиардер или бедняк. Умираем мы одинаково. Мы пришли в этот мир ни с чем, и уйдем из этого мира ни с чем. Праведники защищают достоинство других людей. Праведники противостоят всем формам расизма и сексизма в обществе. Я сказал всем формам. Праведники ищут социальной справедливости. Но я не только говорю, против чего мы выступаем, но и за что. Иисус не проповедовал против греха. Он проповедовал праведность. Он пришел с решением и ответом. Социальная справедливость — фраза, которая сейчас на слуху. Я объясню, что она означает. Все люди, независимо от цвета кожи, независимо от культуры, заслуживают равных экономических, политических и социальных прав и возможностей. Социальная справедливость касается всех, а не отдельных людей. Я повторю, социальная справедливость, она для всех. Если у вас трудности с этим определением, у вас проблемы с учением Иисуса Христа. Я поделюсь информацией. Информация несет откровение, откровение, преображение. Нам нужно не только вдохновение, но и информация также. Затем нам нужно принять взвешенное решение о том, кто мы, на чем стоим и какими людьми мы хотим стать. Итак, социальное равенство означает, что все заслуживают равных экономических, политических и социальных прав и возможностей. Как Божий народ, нам нужно добиваться социальной справедливости. Когда я говорю о справедливости для всех, мне отвечают: «Пастор, не ввязывайтесь в политику. Справедливость — это не политика. Это вопрос морали. Справедливость — то, что принес нам Иисус своей смертью на кресте. Справедливость подразумевает свободу для каждого мужчины, женщины и ребенка. Ни одна женщина и ни один ребенок не должен подвергаться насилию,
ни вербальному, ни эмоциональному, ни телесному. Иисус — великий освободитель всех времен. Иисус — великий избавитель всех времен. Иисус — великий борец за свободу всех времен. Но Он думал не о перераспределении, а о преображении. Поэтому нам нужна информация, чтобы мы получили откровение и пережили преображение. Тогда мы сможем изменить мир и сделать его лучше. Когда я пришел к Господу, христианство было таким себе мягким и пушистым. Мой маленький светильник пускай горит во тьме. Пусть светит во тьме мой свет. Главное — это я, моя жена и дети. Читая Библию, я понял, что христианство выходит далеко за рамки меня, моей жены и детей. Учение Иисуса Христа формируется не на вас, а вне вас. Помогать угнетенным, давать тем, у кого ничего нет, вызволять женщин из угнетающего их общества. Самым длинным разговором Иисуса была беседа с самаритянкой. Все времена иудеи смотрели на самаритян с презрением и считали их хуже собак. Когда Иисус разговаривал с этой женщиной, ученики недоумевали. Почему Он это делает? Эта аморальная женщина нечиста. А Иисус, Он раввин, Он чистый. Она порочная женщина, а Иисус сидит и разговаривает с ней. Кроме того, Иисус иудейский раввин, женщина она самаритянка. Это было сильным расовым оскорблением для учеников. Иисус разрушил этот расовый барьер и сказал: «Все любимы, все равны, все прекрасны, все сотворены по образу Бога во имя Иисуса». Сейчас самое время воздать славу нашему Богу. Поднимите руки и скажите: «Дивно я сотворен во имя Иисуса Христа». Мужчины, мы призваны не просто строить свой бизнес, мы призваны реформировать наше общество и нести справедливость. Просто хорошие люди ничего не изменят в этом мире. Пробуждение зажжет огонь в вашем сердце, огонь в ваших устах, огонь в ваших поступках. Аллилуйя! И вы будете сражаться и защищать тех, у кого нет голоса. Вы будете поднимать тех, у кого ничего нет, и прославлять имя Иисуса Христа. Скажите, кто из вас чувствует сейчас помазание от Бога? Ведь оно здесь. Мы увидим сильное пробуждение, но для этого сильные мужчины должны сиять славой и светом Бога. Скажите «Аминь» и «Аллилуйя» на это. Мужчины без цели становятся жестокими. Мужчины без цели совершают насилие. Исаия, 1 глава, 17 стих говорит: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Повторю это вам еще раз, кто не слышал. Научитесь делать добро и ищите правды. Не еще одного нуля в сумме на вашем счете, а правды. Правды для всех. Я знаю, что эти слова нравятся не всем. Они говорят: «Нет справедливости и нет мира». Нет мира и нет справедливости. Царство Божие — это и есть мир. Мир — это величайшая сила на земле. Мир — это не спокойствие. Это сила, которая помогает нам поступать правильно. Мы не увидим справедливости без царства мира, которое придет и утвердится в нашем мире. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Спасайте угнетенного того, кого угнетают. Защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Что значит вступиться за женщину? Одного хэштега мало. Молитвенного собрания тоже мало. Насколько мы свыклись с институтом расизма,
Вот настолько же нужно посвятить себя защите женщин в нашем обществе. Нам нужно победить эту болезнь, когда женщины стали мишенью и сексуальным объектом. Нам нужно работать с молодежью в школах. Нужно обратить внимание, какую музыку они слушают, потому что в этих видео женщины сами преподносят себя как мишень. Нужно говорить о вещах, которые реформируют наше общество. Одна из них — защита семьи и домашнего очага. Мужчины должны стать верными и посвященными своим женам и детям. Этим ценностям учат, но они под угрозой. Нужно следить за тем, что смотрят наши дети. Нам, как мужчинам, нужно защищать вдов и детей. Не только смотреть за собственными детьми, но и влиять на поведение других детей. Спросите, как? Есть только один способ — через Господа Иисуса Христа. До своего спасения. Я не слишком уважал женщин, не слишком любил детей, я был расистом, ненавидел людей и был насильником. Нет, я не поднял руку ни на одну женщину, но мне было очень сложно. Я злоупотреблял алкоголем и разными веществами. Во мне горел огонь ярости. Иногда я словно отключался и делал то, о чем потом не помнил. Позже мне рассказывали, что я сделал то и это. Потом я пришел к Господу Иисусу Христу. Когда я получил спасение, Господь забрал мое каменное сердце и дал мне сердце плотяное. Он усмирил этот шторм ярости и дал мне мир и любовь, которые не иссякают. Мужчины, возможно, сегодня вы ведете тайную борьбу. Боритесь со своими страхами и неуверенностью. Все ждут, что вы будете сильным мачо, а вы при этом сильны снаружи, но совершенно сломлены внутри. Вы слишком долго ведете эту борьбу. Возможно, сегодня тот день, чтобы отдать свою жизнь Иисусу и сказать: «Я долго боролся. Хватит. Я слишком долго сражался и плакал. Я слишком долго увлекался алкоголем и наркотиками. Я слишком долго был зависимым. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась». Именно тогда изменится наш мир. Именно в этот момент люди принимают Иисуса Христа и любовь Божию. Я обращаюсь к вам, зрители ТБН и одного Евангелия. Никакая сила вас не изменит, кроме любви Бога. Каждая разбитая женщина, как и мужчина, нуждается в Божьей любви. Да, в любви нуждаются не только женщины. Мужчинам любовь нужна даже больше. Как нам дарить то, чего в нас нет? Общество ждет, что мы возьмем на себя ответственность. В период коронакризиса мужчинам по-прежнему нужно кормить свою семью и быть позитивными. Многие из них, как Илья, сегодня они сильны, а на завтра плачут. Сегодня они в полете, а на завтра в депрессии и гнетущих мыслях. И все на них кричат: «Сегодня я на вас не кричу, я взываю к вам, найдите себя в Боге». Прежде чем мы будем говорить о позитиве во Христе, защите справедливости, праведности и реформах, нам нужно поговорить о вас. Пока вы не переживете Господа, пока не почувствуете свою ценность, вы не увидите ее в других людях. Иисус говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». Я вижу, что многие мужчины по-прежнему в гневе, обидах и страхах. Я вас не критикую. Мы сотворены схожи с женщинами. У них есть эмоции. И у нас есть эмоции. Они с чем-то борются, и мы с чем-то боремся. Я не говорю, что это оправдание для нашего поведения. Нет. Но нам нужно остановиться и поговорить с вами, как с мужчинами. Где вы? Адам потерял себя и убежал от Бога. Петр потерял себя, убежал от Бога и вернулся к прежней жизни. Когда Иона убежал от Бога, он оказался в чреве кита. Когда Самсон потерял свою цель от Бога, он оказался у проституток. Затем его связали и отправили работать на мельницу. Сегодня многие мужчины, как рабы, зарабатывают деньги, чтобы прожить еще один день. Они так несчастны. Хочу сказать вам, что Бог любит вас. Если ваша жизнь скучна и лишена красок, Бог может сделать ее яркой. Неважно, сколько ошибок вы совершили, этот день может стать решающим в вашей жизни.
Павел был злым, жестоким мужчиной, очень образованным и умным, но злым. Он дышал угрозами. Он дышал убийствами в адрес церкви нашего Господа Иисуса Христа. Вы можете не быть врагом церкви, но из-за обид, горечи и испытаний вы словно сирота. Вы росли, как и многим детям моего поколения, отцы не говорили вам «Я люблю тебя». Отцы не обнимали вас, а теперь от вас ждут, что вы будете идеальным мужем и идеальным отцом. Я все понимаю. Я понимаю. Нет такого человека, который не был бы сломлен внутри, включая нас, сильных мужчин, мачо. Порой мы просто строим внутри себя стену, закрываемся фасадом, стремимся заработать больше славы и денег, чтобы ощутить свою значимость, потому что у нас не было отца, который любил бы нас за то, что мы есть. Уверяю вас, у вас есть отец, который любит вас таким, как есть. Что бы вы ни сделали, у вас есть отец, который вас любит. Только он может усмирить этот шторм ярости внутри вас. Его имя Бог, его Сын Иисус Христос. Когда я готовил это послание, я ощутил порыв поговорить о справедливости и праведности. Но это не все. Чтобы стать теми, кем призывал нас быть Бог, нам нужен честный разговор с самим Богом. Иаков боролся с Богом, он был обманщиком и боролся с Богом. Многие мужчины тоже недовольны. «А, мне никто не помогал». «Я понимаю. Для меня никто ничего не сделал. Я опять же понимаю». «Это сделало вас жестким и заставило выживать. Я горжусь тем, чего вы достигли. И уверен, что Бог тоже вами гордится. Но из-за этого вы можете стать надменными и глухими к нуждам других людей. Кто-то из вас только и делает, что борется». Многие из вас борются так долго, что страдаете не только вы и ваше здоровье, но и ваша жена, и ваши дети. Окружающие вас люди тоже страдают, не потому что вы что-то делаете не так, а потому что вы не принимаете участие в их жизни и просто выживаете. Как вам стать мужчиной, о котором говорит Библия? Как добиваться справедливости к бедным и помогать угнетенным? Как помогать бедным, если мы боремся сами с собой? Изо всех сил стараемся угодить жене и детям, и при этом ведем сражения, о которых не хотим говорить. Зачастую на консультирование идет только жена, а муж идти не хочет. Мы не умеем рассказывать, мы многое скрываем. Нас предавали чаще, чем кажется. Мы держим все это в себе и не идем на разговор. Другие люди принимают это за слабость. В итоге мы не разговариваем даже с Богом. Так стены вырастают все выше, фасад все крепче, а маска все больше закрывает лицо. Мужчины разбиты и стали жестокими из-за сломленности. Из-за сердца сироты. Из-за того, что они никогда не переживали любовь. Как праведники мы призваны любить, но как мы можем любить своих жен, своих детей и уязвимых людей нашего мира, если сами не пережили Божью любовь? Это невозможно. Библия говорит, мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В том же отрывке сказано, что только познав и приняв любовь Божью, мы становимся сосудами и способны любить других людей. Все начинается с нас. Я не говорю, что сделала не так ваша жена или ваш отец. Кому-то из вас уже 40-50 лет, но вы не можете забыть насилие вашего отца. Вы носите в себе этот стыд и никому об этом не говорите. За 30 с лишним лет я слышал много историй. Могу сказать, что его история сможет вас изменить. Найдя себя в Боге, вы найдете праведность, найдете цель, добродетель,
смысл, перемены и преображение. Когда вы найдете Бога, вы найдете все. Это и случилось с Павлом по дороге в Дамаск. Он преследовал свои цели, но не знал Бога. В основном, я вижу в людях готовность выхватить меч и отрубить всем головы, чтобы защитить женщин и детей. Но нам нужно нечто большее. Я за законы против мужчин, которые считают себя вправе насиловать женщин. Я верю, что с этим мужчиной нужно разобраться. Я абсолютно в этом уверен. Но еще до этого этапа нам нужно обратиться к ребенку, к образованию, к семье, к школе, к Библии. Единственный инструмент, которому под силу преобразить общество, это Слово Божие. Пока правительство готово это слушать, я буду говорить, что нет другого способа преобразить общество. Мы никогда не сделаем это без личности Иисуса Христа. Это невозможно. Рассказы 7-9-летним ученикам обо всех религиях мира смущают их как ничто другое. Далее сексуальное просвещение 17-летних только подстегивает их любопытство. Эти разговоры нужно вести с детьми наедине, дома, в церкви. Поэтому, когда церкви закрыты слишком долго, в обществе назревает хаос. Вспышки расизма будут еще сильнее, потому что люди живут в изоляции и упускают взгляд Бога на человечество. Я могу привести слишком много реальных примеров того, как изменились мужчины, ненавидящие людей. Как многие дети из разрушенных семей пришли в детскую церковь и, пережив любовь Божию и принятие, изменились и стали совсем другими. Мы не преобразим наш мир без Бога. Нам нужно вернуть Бога в этот мир и Южную Африку. Другого пути нет. Честность, мораль и целостность. Нельзя никаким образом купить, заполучить или заработать. Праведность, которая возвышает народ, приходит из одного источника — от Бога. Вы можете поступать правильно, но стать неправедным. Праведность — это моральная добродетель. Праведность принесет стабильное преображение и справедливость. Она приходит от Бога. И ниоткуда больше, ниоткуда больше, не от закона. В Южной Африке законов много, как никогда. При этом все больше случаев насилия, убийства, греха и беззакония. Количество законов ничего не изменит. Нашему правительству нужно преклониться перед высшей властью, признать, что есть Бог, живой Бог. Всем руководителям школ нужно преклониться перед Иисусом Христом и избавиться от гуманистического светского духа, который стремится завладеть нашей страной. Нужно вернуться к Богу, вернуться ко Кресту. Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Без Бога преображения не будет. Без Бога не будет ни одной значимой реформы. Когда человек становится новым творением во Христе, тогда ему все возможно, и все становится новым. Нужно, чтобы Бог забрал у людей каменные сердца и дал плотяные. Нам нужно, чтобы поведение людей не просто улучшилось, но изменилось. Нужно победить силу греха в нашем мире. Другого пути нет. Праведность — это дар, который получают те, кто принял Иисуса Христа. Как думаете, почему церкви подвергаются атакам? Сейчас все открывается, и все радуются, но не в случае церкви, потому что сатана знает. Церковь — это ответ. Когда открывается магазин со спиртным, радуются только пьющие. Церкви открываются по мере их вместимости. В нашей церкви аудитория на 6 тысяч человек. Можно разместить 2-3
тысячи человек, и это будет безопаснее, чем в торговом центре. Это правда? Почему церковью пренебрегают? Потому что дух этого мира знает, что единственный инструмент, который навсегда изменит общество, это церковь Иисуса Христа и ничто другое. Молитесь за церковь. Молитесь за своего мужа и не критикуйте его. Молитесь за отца и не критикуйте его. Возносите его к Богу и любите таким, какой он есть. Тогда он станет тем, кем его задумал Бог. Мужчины, мы призваны лидировать, мы призваны любить, призваны поднимать. Но если нас не любили и не поднимали, тогда как мы с нашими грехами, болью, разбитостью, зависимостью, с нашим страхом или гневом сможем вести за собой свои семьи и города? Никак. У нас не будет силы. Мы примем силу, когда примем Иисуса Христа, как и Павел по дороге в Дамаск. Я хочу обратиться к вам сейчас и спросить, а отдали ли вы свою жизнь Иисусу Христу? Возможно, когда-то вы это сделали, но ушли от Него из-за боли или предательства. Скажу это еще раз. Бог сможет исцелить вашу уязвимость и страх. Я часто обсуждаю это с мужчинами. Вчера один мужчина сказал мне, «Я с радостью уеду из этой страны». Этот умный человек ждет возможности уехать из страны, а я не могу уехать из страны, да и не хочу. Я не могу оставить людей без надежды. Я говорю не только о белых. Мне не нравятся идеи расизма, которые везде обсуждают. На небесах все будет иначе. Давайте лучше сражаться с несправедливостью. Сильные, умные мужчины, черные, белые, цветные и азиаты вдруг понимают, для меня нет надежды в Южной Африке, уезжаю. Что будет, если мы не перестанем сражаться друг с другом, если не начнем объединяться как христиане и бороться за одно и то же, за справедливость? Иисус пришел и умер за весь мир. Он заплатил цену за всех. Рожденные свыше христиане понимают Слово Божие. Мы должны пользоваться своим влиянием. Бог поместил нас сюда не атаковать людей, а преображать их, преображать школы, преображать гражданское общество, преображать больницы, адвокатские конторы, где женщины по-прежнему не могут процветать из-за мужского шовинизма, и театры. Врачи, вас в нашей церкви сотни, я люблю вас. Боритесь за возможности для блестящих специалистов, чтобы они тоже могли работать в этих сферах во имя Иисуса. Давайте продолжать дело Иисуса, потому что только так мы сможем преобразить человечество. Мы несем мир всему человечеству, мы поднимаем всех, но все начинается с меня и вас там, где мы есть. Я не смогу любить жену, если недоволен собой. Не смогу научить детей достоинству, если сам не уверен в себе. Порой я прихожу в недоумение, говоря с детьми. Отцы без конца их ломают. Что вы делаете? Что вы делаете? Скажите. Мужчины потеряли себя и не уверены в себе, поэтому им нужно лишить уверенности в себе своих сыновей. Так мужчины чувствуют свою значимость. Это неправильно и неправедно. Все потому, что вы потеряли себя. Когда вы найдете себя, вы обретете мир и любовь, и будете иначе смотреть на людей. Вы будете любить людей, вас не будет ненависти, вы больше не будете отпускать расовые шуточки, потому что в вас будет сострадание ко всем людям. Вы будете смотреть на них глазами Иисуса Христа, потому что обретете своего Создателя, своего Господа и Мессию, как и Павел по дороге в Дамаск. Он преследовал иудеев, пока не встретил Иисуса Христа. Именно он публично противостоял Петру по расовым вопросам. Сейчас вы сидите на диване и, возможно, смотрите нас вместе со своим отцом. Хочу сказать вам, Бог любит вас. Вам не нужно зарабатывать праведность. Не нужно ползти к Богу на коленях.
Однажды я совершил призыв к алтарю, который не могу забыть до сих пор. Церковь тогда только начиналась, и к Богу приходили люди из самых разных слоев общества. Это были сотни, тысячи людей из самых разных профессий, из разных городов Южной Африки. Зал был полон. Я призвал к алтарю тех, кто пролил невинную кровь. Вперед вышли 300 или 400 мужчин. Тот момент был решающим. Многие из тех мужчин до сих пор в церкви. Я не спрашиваю, что вы сделали в прошлом. Не прошу дать отчет, что вы сделали вчера. Я прошу вас отдать сегодня свою жизнь Иисусу Христу, чтобы избавиться от гнева и вины. Многие мужчины употребляют алкоголем не потому, что зависимы. Они пытаются успокоить боль от каких-то событий и каждый день пытаются утопить свое горе. Я видел это. Я прошу вас сегодня оставить все это и довериться Иисусу, кем бы вы ни были. Если вы молоды, то вы чей-то будущий отец и дедушка. Сидя дома и смотря эту трансляцию по телевидению или в интернете, просто закройте глаза и повторите за мной эту молитву. Скажите: «Господь Иисус, я отпускаю все это и отдаю себя Тебе. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Спасибо, что Ты пришел в этот мир и умер за меня. Я верю, что Ты воскрес, и Ты живой. Сегодня я принимаю Тебя, Иисус Христос, как своего Господа и Спасителя. Исцели меня, освободи меня, подними меня и веди меня. Во имя Иисуса. Аминь. Отец, молюсь, чтобы Твоя любовь была более ощутимой и реальной, чем любой другой опыт людей. Отец, я высвобождаю Твою любовь в каждое разбитое сердце, как мужчины, так и женщины. Сегодня Ты поднимаешь мужчин, чтобы они стали теми, кем призваны быть. Никакой вины, стыда, упреков и сожаления. Спасенные любовью Божией во имя Иисуса, я провозглашаю новый день и мир в вашу жизнь, свободу, желание и жажду по Богу во имя Господа Иисуса Христа. Пусть Бог уберет всякий страх, пусть успокоит всякий шторм, пусть даст мир, который превосходит всякое человеческое разумение. Во имя Иисуса, так же, как родитель любит свое дитя, Бог любит вас. Бог любит вас. Мужчины быстро привыкают, когда жены говорят им такие слова. Но я говорю вам сегодня, что Бог любит вас. Примите любовь Божию и поверьте, что Бог очень сильно вас любит. Дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. Вы можете посмотреть продолжение в наших соцсетях. Я верю, что Бог может изменить Южную Африку. Многие из вас держат этот ключ к лучшей жизни, к лучшему будущему для других людей во имя Иисуса. Да благословит вас Бог! Чудесного вам дня!